Зато я с призом, понятно? Не надо тут. Оп. Мейхо. Нас закроют за такое. Да. А что это? Чай? А, чай, чай можно. Опять чай. Редисочка. Посчитать и заказать. Количество. Раз, два, три, четыре. Считай количество рук, потому что Женя вон две поднял. Шесть, семь. И две тут. Так, вот первый час. Есть один окунь реализован, одна щучка. Еще один окушок висит. Вот я как раз сейчас его вываживаю. Есть. А, отцепился. Ушел. Так, еще одна щучка. Микро. Микро. Ну, это, наверное, не в зачет будет. О, GoPro просто в видео. Эй, оп, есть. Принял. Я не знаю, там видно вам, не видно. Вот такой красавчик. Это у меня под сак уплыл. Догоняю. До конца первого часа 20 минут. Сейчас ловим и обратно в свой сектор. Надо под сак привязывать к себе. Здесь уже начался второй час. Я также поймал еще три хвоста, но всю рыбу я не снимал на камеру, потому как неудобно. И соревнования, и снимать это тяжело. Что, можно завешивать? Да. 52. Выпускать? Да. Двои. А? Прогрыз, блядь. О, 190. А это, блядь. Выпускаю, да? Да. Такого тут окуня хорошего слил. Не мог его с дна оторвать, блядь. Ну, наверное, окунь, я так думаю. Во, пейзаж. Здесь в кадре уже третий час первого тура. Я поймал еще одного окуня. И после чего мы уже все пошли на взвешивание. И далее у нас по плану второй тур. Так это этот. Красноперка. Красноперка или главль? Главль. Острики, а? 388. Ты 3 часа закрыл, и ты 3 часа закрыл, да? Угу. Ты закрыл 3 часа, да? Угу. А, ну, да. Собственно, не выпускай, да? Хоть одного большого возьми в руки, хоть покажи. Хоть на камеру, ё-моё. У него 7 рыб, да. И второй час он тоже взял. Чтобы Андрюха не попал на этот, на YouTube, блин. Второй ты взял? Вот это такой был. Как тебе удалось такого крупного окуня поймать, Андрюх? Все-таки вес у нас? Это дуплетно. Все, бомба, спасибо. Здесь мы готовимся ко второму туру. С нами молодой рыболов, которому было интересно, как проходят соревнования. Он поехал с нами, получил опыт и положительные эмоции. Что там тебе подогнали, Артем? Мне? Джек Фиша подогнал. Не показываешь, правильно, молодец. И зря не прошла эта самая учеба. Все участники расходятся по своим зонам. Во втором туре мне досталась зона Б, в которой я смог поймать одного окуня. Больше рыбы я не видел.
И вот в конце уже тура, третий час, пришлось побегать по секторам, дабы найти хоть еще какую-то рыбу. Но так этого сделать мне не удалось. Финиш. А вот так у нас начинался третий тур. Было утро, настроение было приподнятое, потому что еще целый тур впереди, можно было показать хороший результат и, в принципе, добиться призовых мест. Все решено, мне не звони, не люблю я давно. Фонтанчики на месте, все, можем начинать. Доброе утро. Доброе утро. Утро выдалось холодным, видите, какой туман стоит над водоемом. Мне удалось поймать в третьем туре одного окуня и одну щучку. Щуки не хватило 2 сантиметра до зачета, поэтому она уже была не в зачет, естественно. Далее увидите церемонию награждения. В итоге у меня 7 место в личном зачете, и наша команда заняла 6 место среди команд. Я вас приветствую на закрытии сезона, на третьем этапе чемпионата КМР по ловле рыбы спиннингом с берега. Хочу поблагодарить вас за то, что вы приехали. Не было бы вас, не было бы и соревнований, правильно? Начинаю с лички. Дегтяренко Александр. Зинченко Сергей. Третье место. Чепалыга Вячеслав. Красавчик. С магазина «Мир рыбака». Второе место в личном зачете занял Ёлкин. Снимаем головной упор. Ну и первое место занял Наварчук Игорь. Надо сделать другую группу и туда его не забывать. Так. Игорь, молодец! Переходим к командам. 7 место. Рыбацкий рай. Так, 3 место заняли команда Тирос. Где бот? Молодцы! Красавцы! 2 место заняла команда Hardline Sportfish. Я не могу выговорить. Спасибо. Ну и первое самое плохое место заняла команда Fish Hunter. Молодцы! Ребята, теперь еще у нас 2 номинации. Петров! Самая крупная рыба. Самую большую рыбу поймал за все 3 тура Маценко Сергей. На половинку удочки. Красавчик. 200 рублей.
рублей. Какой рыбу спрашивают? Судак 700 грамм. 780. Ну и самый слабый участник, ну не слабый, я думаю, что просто новичок. Дегтяренко Александр. Мы думали подарить чупа-чупс, но передумали, чтобы учился вот призы. Зато я с призом, понятно? Ага, Серега, Big Fish, конечно. Можно даже не здороваться теперь, да? Thank you.